Да, с такими хилами можно даже ничего не делать, не говорить, не релить. Давайте трэш тогда. Очень быстро происходит у нас. Так. Кость, хилоспект, навальку. У меня. У меня... Я сделала. Лучше, я думаю, что когда спектнется, чем я. Ну, рис подаю, трис из пятницы. Посох никому не надо. Рис дубнем. Потом кружок. Отваливается. Спасибо тебе за рейд, Хромер. Надеюсь, мы тебе приедели. Че там, затянуло кого-то? Ну, ретрик. Сейчас, да, минут через 5, окей. Хорошо. Осталось 3 босса, да? Сейчас 8 минут. Не переживай. Сейчас мы надолго задержимся. А где Smart Q? Чё? Ты, по-моему, зашел в комнату и походу хил из этого не проходит. Я не знаю. Раз... Не, я сижу вот с баром на лестнице. Прыгайтесь пока в хилов.
Джелис, кралька на рейде. Туповые хилы. Кушаем рыбу. Машем нырку. Не надо. Да, я сейчас поставлю. Пиздец, пошел, короче, сейчас за знаменем в первую тройку упало, короче. Бывает. Да не сролил, да? Как не сролил? Сролил. Так, Джерис ПД, Калк, Трисия летает за мной. Погнали, танки. Давление сливаем сразу. Залечите мои раны. Чуть справа от центра будем собираться. Инеры звездочки, если есть. Че, только ретрик нужен сюда? Да, либо ДК. Спасибо. Погоди, Глора кому-то нужна в рейде? Без понятия. Скажите, нужна, не нужна, напишите. Я тебе нужна, да? А, вот он, ретрик, она раз. Мне на ДК надо, у вас шмотка. Я его подыграешь. Ну, свой дам паролите тогда. Да кем он нужен вообще? Он ретрик там будет играть. Сберите это говно с меня. Ладно, я пошутил, там нет, он в ретрика. Ретрик есть? Зайди. Сейчас поставь третью или последнюю. Ваня, ты пойдешь в БДК? Там, наверное, Куэ скоро уходит. Потом пойду, если он уйдет, отвалится тут. Ну, в смысле, я могу в БДК пойти сразу, если Глора никому не нужна. А ты ретриком пойдешь. Фаром, по-моему, нужна Глора. Тут в рейде два фурика, не 6 и 7, мне кажется, им надо. Смотри, на Капаркин хочешь, пойдешь, я потом другим зайду. Ну что, мне КД напало тоже вешать, что ли? Ты... Как будто вы играете каждый день целка КД вешаете. Ну как блять, мало ли потом пойду. Давление, давайте. Со звездочки сковывание снимите. Справа огненный. Звездочку. Сейчас будет Батя. Просто. Жирен тут. Я излечилась, Визера. Силу покончить с этими нечестивыми тварями. С
Фигайтесь обратно все в ДД. На танк. Че, можно сразу БДК пить? Не-не-не, иди ретрика. Уже. Ваня на БДК надо забьет. Роль на танка. Напиши. Я в шоке, это колечко падает каждый раз, когда я не хантом в рейды. Так а чё ты хантом не пошёл? Круто, да? Капец, как круто. Уже на этом КД второй раз то же самое. Пойду. Так, ставьте шкаф, а то... Падай, Олег, я тебе дал левитацию. Смотри. Кайл подул, портал поднимется и... Толку от этого. Олег, ты завтра после скольки сможешь зайти? Не планировал. А, завтра, да? Не знаю, значит, люди, я целка герой поставил 20 минут. Четвертая целка, но вам надо. Если третья, я прихожу, еле собирайте ее. Так тут рейд 6.5. Ну, в смысле еле собираю? Мне просто GM не хочет посмотреть. Не, у нас это понедельник ульда, среда ульда. Хочешь во вторник собирай. Включай стаю. Охренеть. Котомет, поднимай кральку. Кралька поднимешь Джейлис. Поставлю сейчас тотемный ману, а вы споете гимн. Юля, вставай. Ставил тотем. Твой гимн ману. Давайте фул баф пройду опять. По приступу аудио выйду.
Жизнь ПД, будешь пятым филом на Синдре. Отойду пока. Я тоже отойду быстренько. Ой. Бейч сменяю. Че, я кстати бафую? Кулаки. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Стой, слон. Ладно. Стоишь ты? Да я уже свою возьму. Дайте рыбу, пожалуйста. Олег отошел, а он ставил. А я не умею ставить, но у меня есть рыба. Сейчас поставлю. Спасибо. Только Олега ждем. Я взяла.
200. Дайте, пожалуйста, кулак по роге. Сейчас. Как это не Олега? А не Олега. Надеемся, что это девушка или жена. Где? А, они, наверное, не Олега. Почему вряд ли, что у Олега есть девушка? Давайте выпьем за то, чтобы у него она была. Почему не может? Почему не должно у него быть девушки? Да я не знаю, мальчики говорят, что вряд ли у него есть девушка. Это без логики. Кушаем рыбу. Мы уже покушали, спасибо. Рис подоспекнулся. У тебя есть вместо объекта что-то другое? Пыль, утешение? Пропация готова. Smart Q. Smart Q. Каба. Все, запускаем. Смарклю, ты знаешь, что есть извечная поясная пряжка для фрошмода? Знаю, знаю, поставим. Как раз Капар поможет тебе ставить. Сакру на первой притяжке дашь. Нехила освобожденная магия. Жалкая магия теперь бессильна. Милики, следим за своими стаками. Клоты сбрасывай стаки. Тяжко сейчас будет. Бежали. Давай Сакру. Метки вперед выносим, 12 метров друг напротив друга. На Андриксе. Смотрим сами метки до 300 тысяч без дот. Максимус, будет время, кинь шоссе на Джейлис. Может, разобьете глыбу? Попробуем сейчас, давай. Так, да, разбили. Четыре класса обожженная магия. Кого стоит аура защиты от магии льда, прожмите мастер аур. Клота. Не набирайте стаки больше 6, притяжка сейчас будет. Жаль.
Как ледяная ладонь смерти сжимает сердце. Давайте рост, так и быть. Два танка, в метках. Smart Q, где же ты? Я с правой, с левой стороны там QB. Напиши что-то в чат быстро. Напиши в белый чат быстро. Да, я чисто буду, я поставлю метку. Метку-то не убейте. Так, Рэй, смещайтесь направо, все направо, быстро, кружок слить. Смещайтесь все направо, бля, не стойте в кружке. Кружочек сливайте быстрее. Классная реакция. Классная реакция, дубль 2. Альверка гимна отхил. Войд, поднимаем Энелтера. Отверни босса, да, убери его отсюда, трейда. Уводи его отсюда. Уводи, 20 шагов назад. Катамет, если есть БР, поднимай Максимуса. Все метки под босса. Максимус, вставай. Кралька, поднимай. Никого. ВФ под босса, милики отошли. Давайте, пристаба в лапу, интеллект, каску по локу. Фулл баф по рейду. Следующую метку под босса. Клота под босса, мелики отошли. Кралька поднимай. Так, 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 поднимай. Кто лучше дамажит? Давай физифилакса поднимай. Мелики отбежали. Следующий под босса. Пока. Под босса отошли. Давайте все пристегим на отхил. Кралька, поднимай КВ. Я уже Хризи Феликс поднимал. Понятно, не вовремя. Максимус под босса. Ю, скидывай стаки. Не поворачивай босса на рейд. А че, меня долго будут разбивать-то? Ну извини, пожалуйста, что у нас минус 5. Под босса милики. О, блять, милики. РДД отбежали. Милики отбежали, короче, в РДД зону. Сливайте мою метку. ЖСПД хиль. Хиль танка. Плевать на освобожденку. Хильте танка. Следующий под босса. ВФ под босса. Что ты делаешь, Smart Q? Хотел скидывать. Вот сейчас скидывай. Не надо сейчас скидывать, притяжка. Бежали. После притяжки. Заглыба дыхания еще не бьет. Джелис под босса, скидывай глыбы. Ладно, скидывай. Да. 18. Оливерка в сторону. Отмени автоатаку Smart Q, а то тебя сейчас атаки добьют за этим. Да, бей, это 20 атаков на тебе. Следующий под босса. Калк под босса. Кидывай стак. 3 минуты еще можем побить. О, нормально. Падаем. Танки вы, короче. По такому случаю зашел, это не вина танков, это вина охотника, который не притворяется мертвым. Хаба, красавчик, молодец, так держать, the best, я не знаю, как еще сказать, тупой. Что не, просто, мне когда выбили, я реально кинул таунт, но он пошел по рейду страх. Не понял, что у вас ступор в руках.
Больше это всегда. Сбили метки на танков, умирает 3 человека. Потом Куве танчит в рейде босса, дыханием убивает еще 3. Ну, что поделать, бывает такое. По сути, первое это танка уронили. Куве, по-моему, да. Ну да. Лево не сильно. Выкинула сырка. Что поделать теперь? Почему нельзя отвестись, просто взять босса, отвести его на 20 метров от рейда, поставить в нормальное положение, держать его лицом к рейду, стаунтить сразу, ждать, пока 3 человека убьет его. Давай попробуем на той стороне бить. Кушайте рыбу. Говорю, бить кружочек, все за кружком стоят. Не знаю зачем, если надо сбивать кружочек, там протопал стоит. Гуляем босса. Каску. Сколько пороги, пожалуйста? Кресту. 30 я должен бафать. Блин, не знаю, что ты босса запустил. Каску по всем, пожалуйста. Зет, ты подтвердил готовность. Я думал, ты на ФК. Понял. Бафы тогда. А каску все равно не дали крестам. Успей. Каска не за полсекунды дается. Натуре. Саку. Вы чувствуете, как ледяная ладонь трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия. У кого какой максимальный КДБР? Максимальный 5, минимальный 4. Падать нельзя. У кролики 5, у меня 3.50. Забежали. За 300 тысяч без дот. Блин. Чё, ёпта? Крайне слева подбит до 200 тысяч. Слева падает. Слева падает бомба. Калк умрет. Им надо. Пока нет. Наверное, этих предков зарешал. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. 2 РТД упало, теперь вся магия будет на хилах. 4 магии освобожденка. Бежали. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Так, разница аж 5 лямов. Не метка. Сколько минут до БРа? Минута 40. 3. Хорошо. Минут. Войд поднимает пальпацию, кралька или верку. Там блок отомета будет.
Катамя. Катамя, тогда ты, Оливер, Крайка, никого не поднимай пока. Так, пошла фаза, все мелки под боссом сносим. Не пошла еще. Ну, если ты говоришь, что не пошла, то тогда не пошла. Будет даже веру давать, чтобы привести. Минуту еще до вера. У них на фазе лезть не так. Притяжка, сакру сейчас прожмешь. Побежали. Паза пошла. Встали все в РДД зону, РДД никто ни слева, справа не стоит. Смарт кью под босса. Никто ничего не стакает. Сейчас будем поднимать людей. Сливаем метку. Максимус под босса. Мели пришли в РДД зону. Забафали пальпацию, жрис ПД, давай рост для пальпации. Пальпация погиб на маны. Леки отбежали в РДД зону, сливаем метку. Альпич под босса. Мартки меняй. ПВ. Три хила освобожденная магия. Жмкая чешку. Поставлю ТТ на ману. Альпич, давай гимноману, Альверка под босса. Вики отошли. Так вот. Кулы меняй. Джейлис под босса идет. Молодец, молодец. Что надо. Давайте сливаем метку. Подниму по хп. Кого-то под босса посередине фрейма. Метку не бить, притяжка. А поверни босса на рейд. Чуть-чуть. Отбежали. Сакру, если есть. Следующий под босса. Скарлет под босса. Жми антимагию, незыблемость. Твейди, скидывай стаки. Калька под босса, милики отошли. Не могу, отпустите. Что ты там делаешь? ДЦ, Кральк. Молодец. Ты надо жопу... Главное. Надо жопу рвать мне, чтобы это захилить все. Скидываем стаки. Альпиш, давай гимн отхил. Я только что отдал. Оливер, Менелкер, гимн отхил, пальпаться, гимн отхил. Отбежали, притяжка. В сторону. Говоришь вам стоять всем под босса, но не слушаете, мы вайпаемся. Разбейте, пожалуйста. Это ты имел в виду, когда час 08 было на Вальке, да? Уже час 48. На мейн. Я выше. Ворвался редко. Щит.
выхожу из-под эвлема. Джелис диспелит чуму. Клод, останешь кружок, катамет, ромбик, смарт-кью, трусы. А чё вы... в три хила не зарешаете? Если типа ретрик и сова как? ДЦ 2 шамп. Чек. Альпич, ты тут? Бафайте магов. Да, давайте забафаем, кто падал, крестов, магов, паладинов. Вары, прожимайте баночки на броню, запустил. Баф на дух еще, креста. Да, давайте баф на дух. Смерть, Ардас. Более быструю. Какое? Что за расист? Десятки тысяч душ. Ты... там присты просто, это точно на 10, да. О. И будешь молить о пощаде. Так. Но я не буду. Халк. Хаба, точнее. Ромбик снимаешь иступление. Йонт. Трусы иступления снимаешь. Конты, присты, бьем сферы. Останом что? Ты ничего не скажешь, я не скажу. Ты переживай. Милики, ловушка, перебежали. Вот, поднимай тральку. Смарт. 4 минуты. Катамет есть, БР? Он тоже когда прибился. Перебежали РДД. Молодец, смарт кью. Вот для этого и надо 4 хила. Ну, пока так, 3. РДД перебежали. Чума, 2 секунды, смотрим, выступление снять. Пульпация, вынести чуму. Милики, ловушка, перебежали. Выступление скоро будет. Выступление снять. Второй шаркающий юнит на тебе. Милики, ловушка. Забирай вурдалаков, смарт-кью. Выступление на шаркере снять. Прожми срезку на версе. Милики, ловушка. Вися каплю на смарт-кью. Стали звезду РДД. 3% до переходки. Милики, ловушка, перебежали. Все на край, дуэлись в чума. Ливерка гимноману, ставлю тотем. Катамет, сколько еще? Вер. Сейчас 56, минут 56.
кресты, ханты, чё говорил про сферы. Идём пока так, на первых вальках катамёт подымешь Войда, Войд побежишь к трону, подымешь кральку. Максимус СС на... Пока ни на кого не надо. Катамёт, Иннер, звёздочки залей. О, Оливерка, Альпич, кто из вас не пил гимноману, поём. Альпич, поём. Давай. Сверху убить. Будем ставить звездочки. Я тут, тут. Угу. Последний дух надо добить, 2 ляма, 500. Смотрю, что станет, еще раз, пожалуйста. Трусы. Давайте все под босса. Даю рост. Мы сливаем первых вальк. Я в кружке БДК прожмись, один хил хилит. Трусы не стоят, звездочки. Прожимайся. Играйте все вальки, через ПД выноси. Катамет поднимай, Войда. 20 секунд. Хорошо. Становимся звездочку. На первых вальках будет осквернение, мы выходим влево-вправо, не под вальки выносим. Первая валька, и мы выходим. Вышли с осквернения, вальпац, осквернение. Давай сакру с матки. Играйте все вальки, катамет. Бой, вставай. Давай звездопад, вальки все играем. Трися, стань ромб. Трися, ромбик. В ромбе гнев небес, все в ромб сыграть. Кружочек. Трусы. На краю стоим. Трусы. На краю сейчас стоим. Забаф или друидов. Истабаф, интеллект, каски, плак, крест. Как всегда, осквернение. Давайте все. Расскажу сюда. Звездочку. Станем как станили. Первый хил, второй АДК, третий вар. Играем через кружок. Скоро осквернение, поэтому надо быстро все слить. Ромбик. Ромбик, стань копар. Осквернение, одна секунда. Ромбик застаньте. Под вальками осквернение выбежать. Трусы, гнев небес. Играйте в трусы. Так. Идем. Становиться как на первых вальках. Вот так вот. Сначала будет три валькиры, потом осквернение. Хватает три вальки, разбегаемся влево-вправо. Смотрим. Первый ретрик, второй альпич, третий. Разбежались, как всегда, осквернение. Кружок бейте быстрее. Все через кружок играем. Через кружок калк, стань кружок, трися ромб, если есть. Я застаню ромб. Миф небес, не надо сейчас станет ромб уже. Так, Манелтер, давай гимноману. Звездочки Иннеры. Давайте все в центр. Настоять, осквернение одна секунда, либо ДБМ. Осквернение Ан. Бежали от Анрикса, становимся под лича. Играем все вальки, это последние вальки. Так, Клота, пальпация, катамет. Так, копар, стань кружок, играйте через ромб. КД. Ну давайте, пробуйте ромб, кружок надо слить, давайте в кружок, там топовый ДПС, осквернение 3 секунды, на дистанцию ПД хилы. Как всегда, осквернение. Так, что там по трусам? Чуть-чуть, давайте в трусы. Чуть-чуть осталось. Нет, не хватит. Да, переводить. Я сейчас скажу, куда вести. К звезде веди лича. Станем вальки, гнев небес, играем лича 1%. Так, Лока схватила. Давайте в центре
Только две вальки, все в звездочку идем, идем на край, переходка. Переходка уже. Так, ладно, даю чешечку. Сакру прожми. Жри с ПД встанешь сам. Так, Максимус, пришло время для СС на БДК. Бьем первого духа звезда. Альпич откатился гимнаману? Нет. Джелис, давай гимнаману, поставлю ТТМ. Звездочку играю. Давайте следующего духа. Если первого духа 300к, все, его мы бьем, переключаемся в другого. Так, следим за агро. Никто ничего сейчас духов не бьет. Подот эти лича. О чем я и говорил. Хорошо, что есть Анрикс, который прожмет природную стремительность и захилит на фул рейд, да? Идем за звездой. СС на Кува есть? Плюс-минус поставь. С, не знаю. Очень опасно. Пройдем вот так вот. Ничего страшного не будет. Сейчас мы выйдем с комнаты. Будем бить духа. Духа с меньшим ХП. Так, смотрим. Сквернение на Анриксе. Дух. Духи в центре. Это очень хорошо, поэтому веди лича к трону. Видишь, где звезда стоит? Туда видим. Мы играем в духа. Милик, идите бить лича. Смарт-кью поворачивай дух и хлопай маленьких духов. Отошли все от духа, восквернение еще будет. Лево-право выносим от лича. А меня из комнаты не выкинуло. Ну, не знаю, что делать тебе. Подождать, пока мы придем в эту комнату и заберем тебя. Так, отходим все. Идем все к порталу. Забираем Клота сейчас. Операция. Давай. Да? Давайте звезду. Где духи? Духи идут на нас. Надо отойти к порталу. Перейдем к трону. Смотри, что ты отбежал? Да ты отбегаешь. Ты должен хлопать духов. Они идут все на мне. Должен бежать. Сквернение 2 секунды. Короче, смотришь, на ком маленькие духи, на кого они идут, и кидаешь в эту цель мастаунт. Тарелочку там точечно стаунт. Ой, стаунт, даун. Идем опять. Спасу Джериона. Так, я спасаю. На мне дух идет. Сейчас метку на него кину. Смотрите, звездочка отбегает от кружочка. Почти. Ладно.
вам нет. Точку инер. У кого из гимномана плюсики? Сейчас через 13 секунд поставлю тотем тебе. Всегда ловит духа или бомбу. Так, давайте все поталы. Альпич, отходи к звезде и гимноману. Ой, здесь поставлю тотем. Звезда уже здесь. Скорее скоро. Давайте рост уже дадим. Идет осквернение. Уже больно. Что там в руке? Вы величайшие герои Азерота. Вы... который я воздвиг перед вами. Сильнейшие из моих слуг пали под вашим натиском. Сгорели в пламени вашей ярости. Набили мы сколько? 19 минут? Что движет вами? Сейчас, что ли? Ну, 14 минут. Берса... 15. То есть мы начали бить его. Сейчас 51. Давай ли доп ЕП? Думаю, да. Трися, что ты скажешь? И тут еще. Делай, что надо, мне вообще кэры. Даешь ты ЕП, не даешь. Я бы не давал, лимит-то исчерпали мы по времени. Воинов плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот падет от их рук. И ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Невозможно. Че, раскобот? Алло. Наконец я слышу. Не знаю. Зачем он нам надо? Пятый раз уже. Настал час. Так уже сходил. Четыре. Можно три ульды убить. Да, три ульды. Три целка, три ульды, три раз. Четыре. И было уже раз. Ваня, ты скажите, тут? По сколько мы времени начали играть? Ну, 2 часа 5 минут прошло. 2 часа 5 минут? Да. А это стал момент, как начали первого босса бить? Да. Это нормальное время? Не особо. Ну что, ты вспоминаешь времена с Дикамом? Постоянно мне напоминаешь о нем. Я бы с Дикамом походил. Вот, ватерена. Ватерена. Вот, спасибо. Ничего себе. Там можно ни хера не делать, а фукашить. Тебя не кикнут. И никому не надо. Это про кого? Все поровну. Не, ну я
Это нам скажу то, что этот человек никогда надежды не теряет. Надежда? Ну. Не, он распускал рейд. А, распускал. Когда не добирал людей. Это у меня, наверное, надежда не иссякает. Там 99 человек кинул. Подай тому, кто меньше меня в уровне. Так, что, ты будешь изучать? Да, рез поднял. Взвыватель. Арка. О, он выше? Или он получал уже? Получал уже. Так, что там, да. Отдельно начисляй, сколько там за да. За 3 босса 900 ВП. Эй, ты напал. Я сразу кикну, чтобы другим сразу. Да, я сам люблю. И меня другие таких не тоже, я платином захожу. Просто заходи. Последний раз, Крайт. Ча? Вот такая фигня. Ну, можно, ладно, начисляйте на трейды, мне так-то пофигу. Ты сейчас как еще экраном останешься, понял, Сань? Вот мы так про зарплаты спорили. Можете не начислять мне, не начислять. Не, ну мне просто без разницы, хоть на кого ИП. Я понял.